приготовить что-либо съедобное, например, яичницу, может любой человек. А вот повар из тех же самых продуктов приготовит нежнейшее суфле. Александр Гниашвили, молодой повар из Чувашии, совсем недавно вернулся с финала мирового чемпионата по профессиональному мастерству. Буквально на днях в бразильском городе Сан-Паулу состоялось награждение победителей и призеров 43-го мирового чемпионата World Skills Competition 2015. Тысячи болельщиков и зрителей со всего мира собрались на стадионе Сан-Паулу, чтобы поприветствовать лучших представителей рабочих профессий среди молодежи из 70 стран мира. Россию на соревнованиях представляли 32 участника из 13 регионов, а Чувашия на конкурсе предстала в лице Александра Гниашвили. Ну, начинал все я здесь, у себя в Чебоксарах, все это время, когда готовился, но последние 3 месяца я готовился в Питере каждый день. Не было выходных вообще. Я каждый день прорабатывал. Первое время я просто прорабатывал чисто, может, закуски в один день, пока я не добивался, чего я хотел. А потом уже переходил на другие блюда, модули. У меня были модули, которые я некоторые уже знал. 14 место в общекомандном зачете заняла сборная России не без помощи Александра. В нашей команде повар Чувашии стал лучшим, набрав больше всех баллов – 513. За что и был награжден золотой медалью единственной сборной. Приз мирового турнира WorldSkills в Сан-Паулу – медаль за профессионализм. Также оказалась в копилке чувашского повара. Такой награду достойны еще 5 членов сборной России. Мне это нравится, я всегда к этому шел, быть себя первым. Сейчас предлагаю быть экспертом. Чтобы я свой город представлял. И уже у нас же еще WorldSkills в Казани теперь выиграли в 2019 год. И меня зовут быть экспертом там. Я вот думаю здесь остаться, готовить своих, чтобы продвигать Чувашию. Зачем поварам пятерка по химии и какие фокусы молекулярной кухни теперь доступны каждому из нас? Практическое руководство для тех, кто любит химичить у плиты в формате мастер-класса, продемонстрировал призер чемпионата WorldSkills Russia 2015. Останавливаться на достигнутом Александр не собирается. В планах покорения Европы уже в следующем году. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.